Всем привет, ребята! Вы на моем канале, с вами Фарадан. И сегодня я буду гулять Майнкрафт. Да. Как вы видите, я добавил новый мод, который позволяет жить уже намного сложнее. Понимаете? То есть я уже тогда захочу пить, и мне надо будет как-то добывать. Ну, не будем затягивать, но мы, короче... Я вас не звал! Идите нахуй! Понятно. Так, сначала, ну, конечно же, надо самое логичное сделать. Это добить дерево, добить. Ну, добить тоже можно, знаете. Если в каком-то случае считать добить, то добить можно. Срубить можно. Ну, у нас Майнкрафт, что... У нас такой Майнкрафт, что тут вообще летающие деревья. Нормально. Оригинально. Просто... кусочек блока дерева висит, просто торчит в небе. Это как? Ну, это обычно. Так, еда. Коровка, извиняюсь, но мне надо тебя убить. Да, я живодер, конечно. Спасибо. А что так мало еды даюся? Мне за корову дает мало еды. Обычная корова и то больше дает, чем вы. Да вы не корова, вы походу... Вы хуже коровы. Да вы да... Куда ты бегаешь? Сейчас тебе хэшот, двоечку пропишу, хочешь? Поплавай в водичке, да. Я как раз и мясо мне добудешь побольше. О. Ага, смотрите, я воду... воду прыгну, и у меня что-то поменялось, кружочек. Кружочек, это походу, насколько мне типа жарко. Ну, сейчас мне нормально. Ой. Свинья, иди сюда, ты. Я тебя сейчас прибью. Вы мне нуждаетесь в еде, понимаете? Просто вы мое спасение. Я только еду добываю. А верстак самое главное надо скрафтить. Так, значит, пошлите сразу в шахту. Либо давайте... Не, давайте добудем чуть еды, потом шахта. Только я сейчас обновочку сделаю тебе. Главное, что сейчас не сдохнут случайно. Чтоб крипер сзади не подошел, мне такой... И потом... Ба-бам! 2000 years later. Блядь! Я такого не хочу. Я сегодня пообещаю вам сделать более-менее нормальный контент. Ну, если получится. Не уверен. Буду... Попробую вас рассмешить, если получится. Ну, я не коник, конечно, чтобы смешить. Ну, вот, то есть, не клоун, конечно. Потому что так, такой смешинки я никогда в жизни не слышал от тебя. Ну, не вообще, я образно говорю. На самом деле, я не настоящий клоун. Ну, мне что-то там говорило, что я какой-то клоун. Ну, не знаю, насчет клоуна... Скорее всего, я точно клоун. Я только что булыжник просто разделил на две части. Нормально. Точно, тю-тю. Так, топор, все, готово, поехали. Куда мы едем? Что нам надо скрафтить? В течение этого ролика будет 3 мема. Если вы найдете 3 мема, скиньте по ссылочке в описании с скриншотом, вы от меня получаете 500 рублей. Давайте, не утеряйте свой шанс. Заходите и ищите. Внимательно смотрите. Это у меня вопрос. Меч не надо. Мне хватает кирка, топор и все. Как мне водку? Ой, какую водку? Пустую шлягу. Шляга. Пустая фляга. Надо было не ф, а шляга. Прям. Чтобы было жестко. Пустая шляга ты. Ой, да обидно. Ну, я такой. Лошадка, мне нужно тебя покушать. Мне срочно нужно шерсть. Ой, кожа. Желательно побольше, ребят. Давайте, я вас верю. Вы кони. У вас должно очень быть много. Лично у меня немного кожи.
Так, свинья, иди сюда. Кокосы. Какие кокосы? В Майнкрафте кокосы. Да, скорее всего, какое-то обновление, что я уже говорю про кокосы. А мне уже холодно. Уже жарко. Ты определишь, что тебе холодно, жарко. Он определиться не может, чьи ему холодно, чьи ему жарко. Но я тебе могу подсказать. Тебе, братан, не холодно и не жарко. А я сейчас вообще мерзну. А почему? Ага, да. Аж вот так вот? Так быстро? А почему? Сейчас будет вордердроп. Хочете, ребят? Вордердроп. Ой, я замерзаю. Вордердроп. Сейчас. Нормально. Шикарно. А теперь из этого биома быстро текаем. Пока я не задох. Уже ночь, а у меня еще нету ни кровати, ни дома. Я бездомный, у меня нету кровати. Обидно. Овечки, вы мое спасение! Я вас обожаю, вы просто... Просто красуни. Точно? А, там еще овечки! Шикарно. Судана. Щедана. Быстро щедана. Спасибо. Чего вы тут делаете, гопники? Пришли что, оккупировать страну какую-то? Вам тут не место, до свидания. Оккупировать страну никакую не надо. Я могу вам оккупировать задницу, хотите? Это я могу. Я уже бегать не могу. Что ты морду свою телишь на меня? Я бегать не могу. Что-то мало еды. Что вы так... Вы сколько жрете вообще, у меня вопрос? Что вы так мало жрете? Я прям такой на микрофоне. Ням-ням-ням-ням. Интересно. А что я еще не пробовал? Может, мне еще стоит микрофон попробовать? Может, он тоже вкусный? Но я не думаю, что микрофон может быть вкуснее, чем мой язык. А что у вас так много? Курицы? А, я понял, что я могу делать. Все, бутылка, у меня бутылка, бутылочка есть. Я неправильно хотел сказать. Так, я могу шапоги сделать. Может, шапку? Шапку. Одно дает одно. Давайте я просто, чтобы меньше потратить, делаю тебе обувь. Вот. И всем спокойной ночи. Увидимся через час. Ну, доброе утро, страна. Теперь можно отправляться в путешествие. Только я хочу попить. Мне надо пить. Мне надо пить, 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 пить. Ой, какая хорошая водичка. В смысле? Это не вода, это вообще ничего понятное. Ты черт пойми шо. Ладно, воду опять, но потом оставлю. Так, давайте тут тебе делаем прилавку. Потому что у меня слишком много еды, слишком. Так что придется еще печки скрафтить. Так мы еще... Блядь, зачем? Так, ну ладно. Ну, еще... Так, ну вот так вот хватит, ча. Вот так вот разделим. Напополам. Пока оно готовится,
Мы можем пойти еще поубивать овечки, чтобы нам еще хоть что-то иметь, чтобы мы еще оделись, понимаете? Так, надо курицу пожрать, надо пожрать. Черная овечка. Иди сюда, черный. Слышь ты, черный, иди сюда. Тебе морду разобью, черный. Мне холодно. Мне жарко. Все, черного убил. А ты, что ты, серый? А ты, белая, что ты? Слышь ты, белый. Корова, где корова? Корова. Корову. Давайте сюда идите. Мне нужно вас домагать, чтобы еду получить. Понимаете? Без еды я жить не смогу. Угу. Угу. Условил, да? Угу. Надо еще дерево чуть-чуть добыть. Блять, не вовремя. Руками придется. Нормально. Так, курица готова. Мясо, сыр. Какой сыр? В Майнкрафте сыр. Давно в Майнкрафт не гулял, и теперь вот это я называю сыр. Замесь жареную свинину. Банально. Банально, оригинально. Я могу сделать еще тебе шапку. Давай шапку сделаем. Ой, смотрите, какой я красивый, холостой. Ой-ой-ой. Я прям красивый-красивый. Прям все девочки будут мои. Ну, если бы, конечно, в Майнкрафте не было. А так, конечно, обидно. Ну, что поделаешь. Такова жизнь. Приходится грустить. Так. Еда у меня есть. Жареная свинина есть. Что мне еще взять с тобой? Ага, давай. Давай, сейчас быстренько пожарите. А я пока чуть-чуть пофу кашу. Ну, если ночь не настанет. Все, я сейчас пофу кашу. Так, я пока фейкачиваю, у меня уже все пожарилось. Даже успелось пережарить моя личная жизнь. Ну, жопа. Я возле печки как раз стоял, так что. Ну как возле печки? Ну, чуть-чуть пожарился. И сейчас беру в руки горячую печку. О, вот это да. Ну конечно, типа мне вообще не жарко, да? Типа у меня шапка зимняя, сапоги зимние, и мне не жарко. Угу. А мне так, типа, нормально, кайфом. Надо водки попить. О, водички. Что-то я путаю ее. Хорошая музыка. Так, идемте. А, мне надо скрафтить кое-что. Все, готово. И у меня камни, и у меня дерево пропало. Какое дерево? Дерево у меня на месте. Палки еще можно делать. Так, ну все, типа как минимум 20 палок есть. А теперь идем в шахту. Надеемся на то, что нас не взорвет крипер. Если взорвет крипер, на этом видео будем заканчивать. Ну потому что другого выбора нет у меня. Как минимум. Что мне еще делать? Так. Уже ночь? Опять спать, ребята? Что-то я не хочу спать. Я хочу погулять чуточку. На. Да стой ты. Что ты куда бежишь, корова? Ты корова. До свидания. Корова, иди сюда. Надо чуть-чуть еды добыть. Еще чуточку. Хотя у меня и так и весь инвентарь забитый едой. Как я буду алмазы добывать? Как я буду железо добывать? У меня вопрос. Не знаю, как-то добуду. О, что там?
О, там болото. Фу, как это отвратительно, болото. Лучше я обойду его. Не хочу в болото попасть. А то там еще меня ведьма заколдует, знаешь? Там есть ведьмы, и может меня заколдовать ведьма она. Что потом мне будет, вы будете меня 3 года откалдывать. Да может даже и больше. И все, и больше роликов выходить не будет. Ну, надеюсь, что это будет брехня. А, подожди, а куда я бегу? У меня вопрос. Типа, куда я бегу? Уголек, уголек, уголечек. Уй-ля-ля, уголечек, иди ко мне. И я буду тебя добывать уголечек, уголечек, уголечек. Ебой. Я не забрал уголечек, все забрал. Пошлите дальше. Еще уголечек. Угу. Я только что пытался это курицей добывать уголь. Боже, какой я ненормальный. Я не могу понять. Что ты бэкаешь? Я тебя побэкаю сейчас. Сейчас приду тебе. Слышь ты, успокойся, сейчас побэкаем. Сейчас будем брыкаться с тобой вдвоем. Ты на меня, я на тебя. Поехали. Раз, два, три. А что-то легко было. Ну ладно. Забудем, забьем. Забьем гвозди. Гвоздь. Короче, я буду шляться по ночью. О, лама. Я хочу ее убить. Ты что плюешься? Ты что вообще? Слышь, а ты тоже будешь плеваться? Ты что, офигел? А вы, дайте угадаю, вы будете плеваться? Ты что же, лама, да? Ну, конец жизни твоей. Не, вот этого маленького пупсика я не буду обижать. Это его мама. Блять, я только что знал, я его батю убил. Бежать. Бежать. Не надо, не агрессивай на меня. Что ты плюешься? Не надо, дядя, пожалуйста. Сейчас я прыгну, вот и дропну. Контентик. Ай, блин, ты разбился почти. Контент чопанный в персоте. Куда мы идем? Куда мы идем? Мы 5 очков. Большой-большой секрет. Боже мой, я еще никогда так голос не делал. Я что, девочка, что? Надо такой мне голос сделать. Все, харе. У меня взрослый контент. У меня никакой там дешевый контент. Блять! Ты психованный? Это я, похоже, психованный. Фух, я чуть-чуть штаны наложил. Надо срочно поесть. Сейчас меня еще крипер упадет на меня. И потом еще будет хардкор. У меня 2 хп осталось, вы серьезно? Фух, ты не пугай меня, я уже укакался. Все, я спать, спокойной ночи. Никто не подходите, пожалуйста. Все, последний день выживаем. И будем на этом заканчивать, потому что мне что-то не нравится, я сейчас сдохну. Наша цель выжить 3 дня. Пока что. Наша... У меня уже... Давай я сниму, пожалуй. Если она ломается, то... Что у меня хп? А, возрождается. Я думаю, что у меня не возрождается хп? Ну ты криперы даешь. О, постройки. Так, мне надо шахту. Быстро находим шахту. А я думаю, типа, кто такой упал? А это крипер. Не зря говорят, что крипер это крипер. Вот лично паркур, блин. Лично я ненавижу пауков. У каких пауков? Чё у меня в голове только вот это?
Я не могу понять, что у меня в этой голове. Короче, почему? А, я не на... На чем я останавливаюсь? Ага, я ненавижу... Каких... Кого я ненавижу? Я ненавижу... Кого я ненавижу? Я ненавижу Какого паука? Хватит пауков варить. Ненавижу я... Скелетов. Наконец-то я запомнил, кто это такой. Поначалу я не скажу, что это скелет. Так можно сказать, как будто это, знаешь, живодер какой-то. Типа с арбалетом ходит. Каким он арбалетом? С луком. Во, нету арбалета. Арбалета только есть у... Арбалет только у меня есть. Больше ни у кого арбалета нету. Боже мой, мне что, так и придется в болото пойти? Что-то я не очень хочу. Это чистая вода? Чистая. Нет, фу, тут уже вонючие. Да бегет. Да. Да. О, там можно пройти. Все, я сейчас обойду болото. Я не хочу быть жабой. Я не жаба. Что, уже опять ночь? А, нет, это не ночь. Фух. Я вспомнил, я же недавно поспал. Что так быстро время идет? Что-то ли... Поаккуратнее надо. Надеюсь, сейчас... Ну, где шахта? Я не могу... Я ни на одну шахту найти не могу. Я уже сколько раз бегаю, ни одной шахты. Где вы все подевались? Куда? Овечки, вы мне нужны. Я вас буду крафтить. И вас можно сделать полезный ресурс. Очень полезный. Овечки, не расходитесь. Так, ищем шахту. Нам нужна шахта, чтобы добыть как минимум железо. У нас даже железа нету, мы бомжи. Тем более у меня мало хп. Фух, вот это зафейлил, конечно. Зафейлил? Ребята. Блять. Я шо, круг сделал? У меня... Я круг сделал! И получается, я в Майнкрафте по кругу ходил. Просто так, да? Понимаю. Ладно, пошлите в шахту. О, нет, давайте еще раз напоследок я вортер дропну. Ну, вортер дропну это... С высоты прыгну в воду. Ну, я не разобьюсь точно, потому что у меня 2 хп осталось. Я не разобьюсь. Воу, тут хорошая вода. Вот, сейчас залезу. И будет у меня вортер дроп. Вот, даже лестница для меня построила. Нет, это слишком низко. Сейчас. Сейчас. Поднимаемся. Шнаря. Я опять прыгаю. Давай, поднимаемся. Нам надо на крышу подняться. Нам надо вортер дропнуть. Вортер дроп. Давай. Бегом. Да. Нет! Я ничего заранее разбился. Так, сейчас. Так, вода есть? Там есть вода, да. Раз, два, три. Блять! Что он звучит? Я проиграл! Что мне делать? Что мне тебе делать? Ёб твою крышу, девица! Что мне делать? Ёбаный в рот, блять! Жопа уже крепкая. Взять ремешок один раз, чтоб шуганулся. Я руну ржет, блять.